Добрый день! Очень рада всех видеть. Камиль, мы очень рады вас видеть. Вы наши любимые гости. Камиль Чилаев, специалист нашего центра. Тема нашего сегодняшнего собрания, конференции – коммуникация с детьми. Да? Да, Ирина, спасибо. Я коммуникация с детьми, и в частности, Сабин Жаме, Чалаев, аксессуарно, но Жаме – специалист и соратник мой в течение последних 30 лет, поэтому нам надо вести разговор вместе. Introduit également, c'est-à-dire le thème, ce sont les communications d'enfants. Et я хотел бы как раз последнюю упомянутую тему, и хотел бы, если можно, передать ей слово и с нее начать, потому что у нас накопилось некоторое количество сообщений. Сообщений, очевидного опыта. Камиль, мы знаем, что вы сейчас работаете в Армении, до этого много-много лет работали с особенными детьми во Франции. И у вас, конечно, новый опыт, новые, очевидно, методики, открытия. И тогда предоставляем слово нашей прекрасной Сабин Жанет. Коммуникация с детьми. И потом обязательно обсудим это с точки зрения да, советов для родителей. Я просто говорю, что мы знаем, что вы работали много лет с детьми с particularités в Франции, и теперь вы устроились в Армении. Да, мы работали во Франции и много работали в Украине, в Одессе. У нас один из наших важных опытов. Камиль, это прямо сейчас в Одессе? Нет, сейчас мы не работали в Одессе. Мы работали все 10-е годы, начиная, то есть нулевые и до начала 10-х, когда начались все. Вот где-то мы с 4 по 12-й год работали. У вас прекрасные фильмы есть об этой работе. В одесской работе есть неплохие фильмы, я даже не фильмы не делал. Мы тогда были более такие, мы были помоложе, и я, в общем, много снимал, и тогда снимать это было менее банальным, чем сегодня, потому что сейчас идет все через телефон, и гальвадирует, как так это идет. Тогда нужно было очень много аппаратуры, да, специальных фильмов. Да, было с камерой, и тогда для детей, и потом мы снимали, фильм «C'est beaucoup plus banal», «C'est banalisé». Для тех, кто потом нас будет смотреть в Ютубе, я думаю, что наши модераторы поместят ссылки, возможно, да, на эти фильмы, чтобы родители могли посмотреть эти фильмы и для себя взять опыт и методики. Да, такие скорее архивные уже вещи, честно говоря. Но мы занимались, во всяком случае, пытались показать, как можно взять изображение, его тут же транслируют на стену, и как бы, что ребенок сам себя видит, и видит, как он сам себя видит, и так далее. Это из этого выросла сегодняшняя моя некая идея, то называется автопортрет автопортрета, то есть как... Это прямо, да, идея прекрасной перспективы эпохи Возрождения. Да, потому что вообще мы говорим о Возрождении, то есть есть идея аналогического Возрождения, хотя все снимается на цифровой. Пусть, да? Да, конечно, передаем слово коммуникации с детьми, ваш опыт. Pour commencer, je voudrais simplement donner cette information aux parents qu'il y a un pédopsychiatre et neuropsychiatre français. Перед тем, как начать, я хочу дать свою информацию родителям о том, что есть педопсихиатр и нейрональный психиатр французский по фамилии Борис Цирульник, я не знаю, может быть, вы знаете, Борис Цирульник. C'est très important, si vous pouvez l'écouter. Во-первых, он популяризатор. Он как бы, он 37-го года рождения, и он очень-очень много выступает, и выступает по-французски, и он написал книгу «Резильянс», так называемый. Это именно «Резильянс», это связано с тем, каким образом избавиться от... Потому что он прошел через концлагеря, как ребенок.
Il est sur YouTube, et il a beaucoup travaillé. Et comment sortir de cette structure постоянного давящего воспоминания прошлого? Это резилиенс по-французски. Sur la relation, sur la communication, l'enfance. Примирение с ситуацией, с самим собой. Его книга «Резилиенс» по-английски есть. Я, кстати, дам сноску, это очень важно. И он удивительно важный. И он как раз все время говорит о взаимоотношениях родителей. Il donne beaucoup d'informations sur le développement de l'enfant et le cerveau, le développement du cerveau. И очень много информации по поводу развития мозга ребенка и изучения, вот как когда он начинает учиться. Par exemple, qu'il ne faut jamais oublier qu'un enfant a conscience qu'il ne peut pas vivre sans ses parents. То есть не надо никогда забывать о том, что ребенок осознает, что он не может жить без своих родителей. Qu'il meurt. Il a conscience de sa mort. S'il n'est pas avec ses parents. То есть ребенок один из важных. Qu'il soit autiste ou pas autiste, il le sait. Аутист он или не аутист, ребенок, когда он рождается, он находится в сознании того, что он умрет. C'est très concret. Si un enfant commence à hurler, à s'enfermer dans un placard. Кричать, когда он прячется в каком-то шкафу. Ce n'est pas la peine de courir après. Не надо как бы за ним бегать все время, потому что. Enfin, il y a une distance à garder, bien sûr, pour sa sécurité. Mais ce n'est pas la peine parce qu'il a conscience. Il sait très bien que sans vous, il ne peut pas survivre. Какую-то дистанцию с ним и для безопасности. Но это не надо все время беспокоиться, потому что он знает о том, что он без вас не может. Поэтому вам не нужно быть все время специально еще с ним лично. Donc lui laisser, c'est comment on comprend l'espace de liberté qu'on peut laisser à l'enfant. Свободы, которую можно ребенку оставить, предоставить свободное. C'est le même. Пространство в смысле. Donc ça c'est un peu ce dont parle Résulnik aussi. Parce que l'espace c'est plus large, потому что l'espace de liberté это более широкая вещь, чем пространство. Ensuite, ce que je peux observer. Как бы пространство космос свободы, понимаете? Non, je parle pas de космос. Ce que je peux observer. То, что я здесь замечаю, например, когда мы с детьми, c'est que dès lors qu'ils reçoivent un soin où il y a quelque chose de l'ordre de la transformation pour eux-mêmes. И как только я замечаю, что когда в тот момент, когда они принимают какое-то лечение или там вот какую-то процедуру, которая относится к их трансформации личной. Ils ont besoin de bouger. Им необходимо после этого двигаться. Donc ça c'est aussi il faut les laisser bouger. И поэтому même s'ils font des gestes incohérents, il y a un жестовым языком не связанным и как это выглядит. Il y a un espace pour pas bouger et un espace pour bouger. Есть пространство, где они должны вот быть и мобильными. C'est important de séparer. А потом нужно отделить от этого пространства, где они могут быть мобильными, дать им возможность двигаться, бегать. C'est vraiment important et c'est important qu'ils prennent tout l'espace. И это очень важно, чтобы они физически заняли все пространство. Parce que ça doit sortir. Да, эти вещи должны выйти из них, из тела должны выйти. Et tout seul, il le fait. À partir du moment où il a reçu le soin, il a été guidé, il fait ça. C'est le corps. Потому что ребенок сам делает, это его тело. Я это называю интуицией, но как бы у него есть интуитивное тело, которое. Mais vous, en tant que parent, vous le savez. Вы же знаете, как родители, вы понимаете, что у него есть свое собственное как бы желание по освобождению. Il y a une question qui, enfin, une très très grave question pour moi qui a commencé dans les années donc 2000. У меня есть еще один очень тяжелый вопрос, который начался в 2000-х годах. Qui est la question du numérique. Это вопрос цифровой техники. C'est-à-dire que nous tous ici, on n'a pas été élevés dans l'ère du numérique. Regarde là, elle dans sa porte. Мы, например, не были воспитаны в времена цифровой техники, а вот молодые, они же с телефоном родились, и у них. Mais on n'a pas été élevé avec ça. А мы не, то есть мы воспитаны были с этим вот. А мы. Et là, on a un très très grave problème de communication et de relations. Проблемы коммуникации и взаимоотношений с ребенком. Parce que vous comprenez, à Paris, il y a beaucoup de jardins publics où on met les enfants ensemble. Понимаете, во Франции есть, например, в Париже есть много. Très joli. Много общественных садов, очень красивых. Et à partir des années 2000, moi j'ai vu comment les enfants étaient seuls. Приводят массу детей,
и они играют. Et les parents comme ça. И вот уже начиная с 2000-х, вот дети, значит, сами по себе что-то делают, родители там с коммуникациями, кто-то с кем-то общается по телефону. Imaginez-vous. У него одного родителя, один enfin, телефон. Et ils entendent parler, mais c'est pas à eux qu'on parle, hein. C'est eux, ils sont seuls dans le bac à sable. А дети там, значит, в песочнице играют. Imaginez-vous. Представьте. La relation. Et je vois aussi dans les transports en commun, toujours à Paris, c'est ma référence puisque je viens de là, les femmes enceintes avec le téléphone sur le ventre. Donc, et là, les scientifiques américains sont très inquiets. И, например, американские ученые очень беспокоятся, и они там... De référence scientifique, c'est que le cerveau des enfants est en train de Потому что мозг ребенка, он начинает, как бы у него происходит дезагрегация, и он начинает подвергаться какому-то влиянию, которое до этого мы не знали, оно его не было. А сейчас оно. И это commence déjà dans le ventre, puisque les mères sont avec le téléphone sur le ventre. Потому что и мажевая гажутея на твой косилять. Я хочу от себя добавить как раз то, что эта нумеризация, цифровизация, ее декларировали в 80-х, в 2000-х годах ее начали, потому что считалось, что Франция, она отстала. Сказали, нужно срочно вводить в школу компьютеры, таблет, чтобы было это, чтобы были планшеты, чтобы дети учились. Это были современные способы коммуникации. Все. Сегодня все кончено. Сегодня все передовые страны, Швеция, вся Скандинавия, в Америке, все такие, надо убирать электронную технику из школы. Возвращение к авторучкам, к книгам, бумага, внимать, все делать. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est la science la plus en avance. Elle dit, contrairement de ce qui a été dit, numérisation forcenée des années 2000, les Français, c'était 2000, Chirac, non? Да, то есть была ровно противоположная тенденция сегодня возникает, потому что это стало настоящей опасностью. Но я думаю, что за счет этого теряется взаимоотношение с ребенком. И Сабина хочет... L'enfant parle la relation avec le monde, puisqu'il n'y a plus de référence entre la présence physique et la présence... У него нету больше референта физического присутствия или не физического. То есть он как бы присутствие. Это присутствие в отсутствии. Это я заметил, потому что c'est la présence en absence. Потому что когда человек, вот я сам тоже немножко гик такой, я сижу все время. Вы понимаете, avec le téléphone, on n'est jamais là. On n'est jamais là et on est nulle part Мы никогда не находимся на месте. Мы находимся всегда где-то в другом месте. Donc comment voulez-vous que les вытаскивает человека огромное количество возможных se repère, мест, par rapport à l'espace, par rapport à la personne qu'il a. А в том месте, где он есть, его тоже нету в этот момент, потому что он пропадает. Пропадает за счет внимания, пропадает его сознание. La conscience disparaît. Donc c'est vraiment important d'essayer déjà les parents de se libérer de ça parce que il y a une emprise là, hein. Вот, и поэтому самое было бы, одним из самых важных было бы избавиться от этого, как бы, приз, это такой один из видов подчинения. Потому что мы подчинены телефонам, они нас держали. Потому что действительно сегодня, если я не имею телефона, я не могу в банку добраться ни к этому, ни к этому. Tu le dis. Сабина, значит, я цитирую Сабину. Взаимоотношения – это Бог. Elle est détruite. Взаимоотношения уничтожил. Этот инструмент уничтожил взаимоотношения, значит, он уничтожил Бога. C'est-à-dire, si on peut parler autrement, notre relation, la relation entre nous, c'est-à-dire entre toi et moi, То есть это взаимоотношения между ты и я. То on есть мы друг друга видим, мы вместе в пространстве, мы смотрим друг на друга. Кроме, а что между тобой и тобой и мной il y a, есть? Il y a 10 mètres, même pas, 7 mètres. Там 4, 5. Et puis quoi d'autre? А что еще? Il y a le cœur, enfin nos cœurs qui battent ensemble сердца, dans cette salle. Бьются, там, вот, симпатии, да, как бы, on ne doit pas oublier tout ça, c'est très simple, mais on ne doit pas oublier простые, tout ça. Но их надо не забывать, потому что мы... C'est important de ne pas oublier ça. Нас захватило.
Parce que la communication, on communique, mais en fait la relation n'existe plus. То есть как бы происходит коммуникация, а взаимоотношений, общения нет никакого. On ne sait plus qui est quoi, on n'a jamais vu les gens, on n'a jamais vu les gens, et en plus on est dans un espace qui n'est pas terrien. Donc on occupe l'espace de Dieu, l'espace du ciel, de ça, de cette communication-là. Да, к тому же она говорит, что мы находимся, мы занимаем пространство не земное, а как бы небесное с этим телефоном, потому что он в небе, ну это там. Il y a plus d'attache matérielle. И у нас нету больше материальной привязки. Et après on s'étonne que ces enfants aient des difficultés. И потом мы удивляемся, avoir des attaches matérielles. Как у них трудно. Si nous-mêmes on n'est déjà plus en attache matérielle. Мы уже сами по себе уже не имеем никакой связи с материей из-за коммуникации. Je vais finir par ces paroles-là, parce que c'est la question. Словах, потому что это вопрос, c'est la musique maintenant qui doit. Слушай, теперь должна музыка добавиться к этому, но у меня есть что сказать. Ну ты скажи. И, соответственно, то, о чем мы сейчас говорили, это музыкальная или арт-терапия, которая позволяет наладить этот контакт с ребенком. Это то, чем мы занимаемся в нашей практике. То есть коммуникация с ребенком, взаимоотношения с ребенком – это должны быть живые вещи без гаджета напрямую. После того, как ребенок прошел какие-то процедуры, мы обязательно должны предоставить возможность его телу, да, отдать энергию, переработанные какие-то эмоции в пространство и не контролировать его, не опекать его в этот момент, не навязывать, да, себя, свое присутствие. Более того, это нормально, что после любого, да, какой-то процедуры, занятий, арт-терапии, речевых, работы с логопедами, у ребенка новая информация, ему обязательно через его тело перерабатывает эти вещи, и ему нужна эта возможность занять как можно больше пространства, и это пространство должно быть его. И очень такой основной был совет, понимание для родителей того, что ребенок знает, что он без вас не может. Это его жизнь, он существует с вами, благодаря вам, и он всегда это, всегда находится в его сознании, подсознании, поэтому не беспокойтесь лишний раз, дайте ребенку возможность интуитивно и свободно себя выражать.